Всем привет, ребята, с вами Борода, Arcane Quest Legend, и мы продолжаем проходить эту чудеснейшую игру. Сегодня я хочу выполнить еще один daily квест, который у нас доступен, это Тайные рыцари номер 1. Злые рыцари прячутся в глубине леса, одолите рыцаря и принесите мир в эти земли. А в идеале это должен быть босс, которого защищают мелкие его сошки. Посмотрим. Что-то мне подсказывает, что это будет либо чудеснейший скелетон по типу того, которого мы убивали ранее. Тот, что в золотых доспехах. Если ты смотрел, то должен помнить. Если не смотрел, посмотри предыдущий выпуск. Там было интересно. Так, пауки. Так, ну пауки мне это уже не нравится. Я помню. Босса с пауков. Было довольно-таки неприятно против него играть. Но, в принципе, мы тогда тоже затащили, так что нормально. Идем дальше. В принципе, локация та же самая. Первый лес, который мы встречали. Так, здесь трупы. Трупов я не помню. В прошлый раз вроде как трупов здесь не было. Возможно. Так, вижу опять пауков. Думал сказать, что возможно будут какие-то новые мобы, но пока нет. Пока ничего такого я не встречаю, не вижу. Так, по ноже скаута, броня 7, очень плохие, очень прям мусорные, ненужные нам. Пока использую только вспышку. Вспышку мы прокачали, она отлично справляется с уроном, как вы видите, и с легкостью выносит сразу всю толпу. Поэтому не вижу смысла ни в каком ином навыке, кроме вспышечки. Отлично. Вот она прям на ура, и дистанция у нее приличная. Очень жалею, что потратил навык на шар. Но с другой стороны, если мы хотим все-таки попробовать открыть голема огненного, который, как нам говорили, он хоть типа и медленный, но все же эффективный. То есть, чтобы его открыть, все-таки надо же будет вкачать этот навык на одну единицу. Так, щит блокады, тоже броня 7, очень слабый. Но босса я пока не встретил. Ну, того, которого нам надо убить. Так, хорошо, тихо, не прошло. Вот так прошло, хорошо. Так, одна фляга на ману мы подняли, это хорошо. Потому что мана заканчивается. Но зато мы восполнили вот хилы. У нас уже 5 баночек на хилы. Это великолепно. Потому что с ними, как вы помните, была проблема. Но сейчас уже таковой нету. Идем в обратную сторону, в противоположную. Там тоже был какой-то ход. Сейчас посмотрим. Потому что тут, получается, закончилось. Так, опять посох фобии упал. Тоже очень он слабый. 9 дамага наносит, но... Я не вижу смысла сейчас уже на такой раскачке. Больше смысла тогда играть с пушкой ближнего боя, которая у меня сейчас, нежели с посохом дальнего, но вот таким слабым. Так, окей, тут все. Так, одну секунду отключу звук, чтобы не мешал на айфоне. Так, хорошо. Блин, сундуков еще ни одного не встретили пока что. Здесь тоже. Так, вот край, значит, где-то здесь должен быть наш босс. Тот, кого мы должны все-таки ушатать. Шла речь о рыцаре, и странно, что... Ага, вот он. Отлично. Да, смотри, не скелет. Рыцарь. Но, судя по всему, что как бы тоже нечисть. Скорее всего. Так, мана у меня кончилась. Мана. Все, печально. Зря я... Что случилось? Ага, окей. Зря я использовал вот только что этот шар. Он крайне слабый. А маны жрет очень много. Я почему-то рассчитывал на то, что этим ударом я нанесу гораздо больше дамага, нежели влетело ему. Но, увы. Так, возможно, здесь фляга упала какая. Так, он убивает помощника с двух ударов. Но это прям фиаско. У него много хп.
Так, ну регенится. Регенится понемножечку, поэтому не проблема. Видишь, с одного удара он его убивает. Понятно, что меня он с одного удара не убьет. Давайте посмотрим. Так, что-то он промазал, что ли? Ага, вот, попал, увидел. Ну, неприятный удар, но не критичный. Хотя бы немножко мы нанесли дамага. Отлично. И сразу же за него мне уровень дали. Нормально. Отлично. Так. Возвращаемся. Справились. Молодцы. И много у нас... так, я думаю, вы не против, да, небольшая реклама. Я думаю, вы не против. Как раз-таки сейчас... Ну, еще и такая реклама, да, вы издеваетесь, серьезно. Ну, нашло, вот, понимаешь, подборочку, чтобы вам было максимально интересно. Так вот, о чем это я? Несколько выпусков мы копили различные шмотки, но ни разу их я не менял самостоятельно и ни разу вместе с вами мы их не осматривали. Поэтому предлагаю вот сейчас мы выполнили делик и сейчас же посмотреть, подобрать новые вещи, что-то получше, что-то более качественнее, нежели то, что у меня сейчас. Я несколько левелов поднял, поэтому думаю, можно посмотреть, идентифицировать. Для начала мы продадим все, что вот крайне мусорное. И то, что мы явно не будем использовать. То есть вот топор явно не будем, дубину не будем, топор не будем, молот не будем. А посох покаяния оставляю чисто для изучения, сравнения изучения, это все интересно. Так, двуручник я продаю, посох оставляю, двуручник продаю, посох оставляю, лук продаю, молот продаю, молот продаю, фобию оставляю, карающий посох оставляю. Так, лук продаем, молот штормов продаем, опустошитель, вот это тоже, насколько я понимаю, посох, тоже двуручий, да, двуручники где подходят вообще. Так, двуручный меч продаю, лук продаю, лук продаю, продаю. Вот, кстати, топор, хоть и серый, но дамаг хороший. Так, посох одноручник, вот то, что мне надо. Вот это вот тот посох, который я бы хотел брать с собой. Так, меч вымирания, урон 42, прикинь. Двуручный меч, древность, характеристика, ну то есть синяя рарка в нормальном простоязычном месте, его назовут просто рарная шмоточка, хорошая, качественная, рарная. 42 дамага для танка, вот просто мне кажется идеальнейший вариант, но мы его продаем, потому что я явно не похож на танка. Так, и вроде как можно пролистать, посмотреть. Посох покаяния. Без доп. Бонусов я вообще не буду рассматривать. А сплэш урон, как вы видите, не сравнится. У меня тут 17,2 урона, тут 9,1 и 8%. У меня тут сплэш 9. Мусор, короче. Этот не стоит даже идентифицировать, потому что он серый, даст процент какой-то сплэша и все. А посох покаяния. Плюс 3 к телосложению, то бишь повышает жизненные очки здоровья. Но урон слабый и беспонтовый. Сплэш. Ну, тут приятно, тут хорошая регенерация стоит. А, возможно, стоило бы достать камень, поэтому пока не буду продавать. Так, стандартный посох. 18 дамага и больше ничего. Мусор. Опустошитель сплэша дает и все. Так, и посох света. Ну, вот, я же говорил, я сразу его увидел, сразу понял, что вот мое. Единственное, что, скорее всего, отсюда придется кабешки достать и сюда, наверное, перекинуть что-то, если так можно. Но, по идее, слоты есть, камни эти достаются 100%. Окей. Так, это продать. Попробовать камень достать, а потом продать. Броня. Так, броня истребителя. У меня ее очень много. У меня есть зеленая, которая уже идентифицирована, поэтому серую мы просто продаем. Тканевую броню оставляю чисто из-за того, чтобы попробовать камни достать. Так, продаем. Разведчик не мое, продаем. Почему не мое? Потому что идет на скорость атаки и защиты. Это для лучника. Это вот их сеты. Так, не продаем. Адепта херня серая, продаем. Броня адепта. Так, у меня что? 38. Понятно, продаем.
Это продаем. Короче, по броне у меня пока что топовая. Из того, что я выбивал. Есть вот лучше, но здесь мне нужно очень много силы качать. А для моего персонажа сила вообще не имеет никакого значения. Она ничто не ренжирует. А щиты. По щитам у меня есть вот два для идентификации. Но вот этот, конечно, получше должен быть. Но я хочу и тот посмотреть. Потому что что-то должно добавлять. Этот мусорный без камней, без ничего. Есть два слота, но он хуже, чем остальные. Перчатки. Перчатки адепта. У меня броня 14 и 10 очков маны. Тут плюс 1 телосложение и 3% к уклонению. Как по мне, не подходит. Я лучше сюда еще камень докину. И есть перчатки колдуна тоже. Добавляют ловкости, но нужно идентифицировать. К сету они не относятся, и ну, ловкость мне незачем вставить сюда еще камень, ну, может быть. Но суть в том, что броня будет та же самая, поэтому лишние затраты они просто ни к чему. Так, броня, вот шлем адепта. У меня со шлемом очень плохо, потому что у меня стоит мусорный первоначальный, который мы нашли. И вот такой же самый я его продаю. И есть вот получше, но он идет тоже для танка на ближний бой. Тут нужна сила 26, соответственно, мне не подходит, продаем. Ботинки. То, что мы обуем на низ. У меня тканевые вот точно такие же, как вот эти. Поэтому это все можно спокойно продавать. Ботинки бойца, они уходят на силу. Это у нас для воина. Ботинки разведчика, естественно, для лучника. И вот ководы, которые требуют 25 силы, тоже для танка, для ближнего боя не подходят. По ноже у меня тканевые плюс 5, здесь есть немного лучше, но вот есть поножи адепта, которые мы будем одевать, их нужно будет идентифицировать, потому что они зеленые, они ну, будут в разы лучше, еще и броня выше. Так, пояс. По поясу мы, вот у нас есть вот этот и есть, ой, прошу прощения, ребята. И был пояс силы, но он добавляет только плюс 4, соответственно, нам не подходит. А бижутерия. Бижутерии мы выбили очень много. Есть несколько прям хороших, сочных. Но фишка в том, что наш амулет выбит из босса. А будем сравнивать именно с ним, потому что он топовый. Ну вот этот вот оглушение 1 секунда ни о чем. Кольцо света я не идентифицировал и не вижу в этом смысла. Хочу достать камешек. А амулет гармонии. Обращение от любого урона в очки жизни. Это дает плюс 2 ловкости. А амулет ярости. 16 очков здоровья. У меня тут 5, 15 очков. Плюс 2 к интеллекту. И плюс 3% к критическому. Но у меня 4% обращения урона в ману. То есть восполнение за счет дамага по мне. И 25% восстановления бады в общем. Потому этот является круче. И тут есть еще один, который добавляет 4 силы, телосложение 5 и плюс 6 к уклону. Ну, то есть для меня, соответственно, тоже не очень. Попробую достать камни и продам оболочку. Фобию достанем камень, посох наденем. Броня мне ничего не подходит, только на разборы. Щиты надо идентифицировать, перчатки надо идентифицировать и посмотреть. Окей. Так, идентификация предмета. Поехали. Перчатки для начала. Два камня. Вот надо тех, о которых я вам говорил. И 1400 золота. Ну, плюс 2 ловкости. Это минимально. Плохо. Такое. Ни о чем. Щиты. Не знаю, мне вот этот визуально больше нравится. Этот поярче получается. Давайте этот. Плюс 10% блокировка, 30% урона. Имеет ли смысл теперь этот открывать? Скорее всего, нет. Потому что здесь броня 9. А, перчатки открыл. По ноже адепта идентифицируем. Смотрим. Плюс 3 к ловкости. Но не та характеристика, которая мне надо. Из-за этого, видите, они и стоят не так много. Потому что вот выбивается не то, что нужно для моего класса, понимаешь? Вот в чем проблема. Если бы это была шмотка, которая получила характеристику для моего класса, то стоила бы она, поверь, в разы дороже. Так, и
Поставим посох. По идее, я должен поставить посох и щит. Так, на этот щит надо 27 силы. У меня 17. Проблемка. Хорошо, а на тот щит сколько надо? Возможно, сейчас мы его и наденем. 22. Тоже у меня такой силы, получается, нету. Печально. Здесь нельзя, да? Но вот, по идее, это тот посох, который излучает уже магию. Потому что им идти биться явно неэффективно будет вблизи. Так, окей, снаряжение надо нам 27 силы. У меня есть 13 очков, это будет как раз таки 30. Слушай, неплохо. Все-таки сможем надеть. Это хорошо. Не зря я не распределил. Это упрощает теперь задачу. Намного удобнее. Так, хорошо, поставил я себе. То, кстати, я уже почти себе зеленый сет сделал. Вот обуви мне не хватает, щита зеленого. А обувь вообще плохая очень. И шапка очень плохая. Так, окей. Ну, вот так вот мы выглядим теперь. Давайте посмотрим, что можно извлечь и сколько это стоит. Так, здесь вы можете извлечь самоцветы и использовать их для улучшения другого снаряжения. Сначала вам нужно получить самоцвет. Его можно извлечь из другого снаряжения. Затем нужно найти снаряжение с одной пустой ячейкой. Хорошо. Классика, стандарт, ясно, понятно. Окей. Заходим. Так, для начала извлекаем вот сюда. Да ладно. Блин, а неприятно. 3 камня стоит, чтобы извлечь что-то отсюда. Не, ну я бы хотел регенерацию себе на 77%. Это, конечно, очень приятно. Давайте. Так, 2 урона огня. Критически. Ну давай, ладно, можно выбирать, какие камни извлекать, сколько извлекать. Хорошо, извлекли. Так, и, наверное, же в этот же посох мы и поставим, правильно? 10 тысяч. Хорошо, хоть тут не нужно забирать камешки эти, потому что у меня их мало. Так, ну ставим сюда, получается, да. Окей. Хорошо, плюс 77 регенерации. Еще один свободный слот есть. Это, ну, крайне удобно, как по мне. Так, у меня вот эти вот перчатки. Перчатки я бы, наверное, менял в любом случае. Пояс тоже с камешком, можно камень какой-то поставить. Так, так, так. Щит у меня тоже с одним камнем. Ну, не знаю, мне кажется, пока это не так нужно, что ли. А, так, что мы можем поставить, допустим, обращение 2% урона. Ну, это такое, это слабо. Плюс 2 к урону огня, это неплохо, но тоже я бы не сказал, что прям вау. 16 очков маны. Так, а у меня какая сейчас броня? Вот это, наверное. Кстати, а на эту мне надо 33 силы. Тоже, если прокачать силу вверх, можно взять нормальную броню. Так, ладно. Не буду я пока ничего добавлять. В принципе, регенерацию я накинул. Что-то из себя стал представлять. Уже неплохо. Не забывайте подписываться на канал. На Telegram. Все ссылочки в описании. Большое спасибо. Пока-пока.